Более 2000 человек со всего Подмосковья отметили День молодежи на Лазутинке. Благодаря обилию тематических площадок ребята могли посоревноваться между собой, раскрыть свои таланты. В Одинцовском районе мы принимаем гостей со всего Подмосковья, со всех территорий уже второй год подряд. Уверен, что всем понравится, будет масса позитивных, положительных впечатлений и от нашего парка, и от тех активностей, которые мы предоставили для молодежи. Мероприятие было организовано таким образом, чтобы участники могли проявить себя как в спорте, так и в творчестве. Программа «Дня молодежи» состояла из четырех основных направлений – музыки, танцев, спорта и визуального искусства. На фестивале работали площадки, где юноши и девушки соревновались в различных дисциплинах – скейтборде, стритболе, воркауте, скалодроме, памп-треке, брейк-дансе и хип-хопе. Настя уже 5 лет профессионально занимается танцами, поэтому все время она провела у танцевальной зоны, где проходили мастер-классы. Мне дали задание такое, чтобы я маленьких детей дала связку. На центральной поляне была открыта арт-площадка, где работали художники граффити. Сергей приехал на форум из Красногорска и рассказал, почему он выбрал именно эту тематику. Над своей картиной он работал чуть больше часа. Оставались последние штрихи. Каждый человек, грубо говоря, видя мою композицию, может вспомнить, как бы, почему этого нет рядом. Да, в частности, на этой картине там нарисованы животные, которые не обитают в России. А так вот основная часть проектов – это животные из «Красной книги». Созданные на праздники картины войдут в экспозицию грядущего форума «Я гражданин Подмосковья». Уже открылась регистрация на областной форум «Я гражданин Подмосковья». В этом году 5-й юбилейный, очень особенный. Это будет интересная игра по мотивам достаточно популярного молодежи сериала и с интересной эффективной концовкой. Основной задачей регионального фестиваля в честь Дня молодежи в Одинцово стало налаживание коммуникаций между активной и талантливой молодежью Подмосковья из разных муниципалитетов. Следующее крупное молодежное событие – форум «Я гражданин Подмосковья» будет проходить в Егорьевском районе с 1 по 20 июля.